Всем привет! Поздравляю вас с праздником, с наступившей пятницей. Тем, кто работал на пятидневке, те любят и ценят этот день как праздничный. А чем же заняться в этот замечательный день? Пойти пить пиво или в бар? Нет. А вот чем надо заняться. А будем мы сегодня стряпать вареники. Рыбные. Тут вот рыбный фарш. Тут вот у нас тоже заготовочки. Работа кипит. Попутно смотрим телевизор. Вот как-то так. Приступим. Вот, как-то так. Раз, два и готово. Давайте, успевайте, присоединяйтесь, а то выходные пройдут. Стряпайте.